Так, друзья, такой вот домик заброшенный. Сарайчик вообще раздолбанный в хлам. Предлагаю отправиться сразу в дом. Что там, сундук уже есть? О, прикольно, сундучок. Блин, какой он большой, слушай. Вот это вот из тех, на которых спали, знаешь? Что, закрыт? Или ты слаб? Оп. Пусто. Блин, он гнилой. Так бы, если нормальный был, можно было бы... О, шкафы, смотри, комод, офигеть! Да, шкаф тоже старючий, смотри. Да, и, но это не комод, это? Не, комод. Комод старенький. Тут даже вот эти вот ручки продают, кстати, в антикварных частенько. Так, прям интересно. Крыши нету. Уже. Ой, блин, я сейчас об крышу головой ударился, и было ощущение, что надо на меня свалиться. Так, пошли в сам дом. Оп. Офигеть. Сколько тут вещей. Ух ты, рамка старинная. Зеркало. Зеркало. Да, это прям 19 век, начало 20-го. Смотрите, как работает. Я его себя такой находил в Ельце. Раз, раз. Антикварный можно отнести. Так, тут подпол. Не провалиться бы. Достаточно глубокий. Вот, а так дом маленький. То есть получается, раз, комната. Печка разбитая. И дальше там еще комната. Тут вообще завал вещей. Мне кажется, тут бомж жил. Ага. Старый хозяин. Это я когда в последний раз вот старый хозяев снимал, Илюх. Я в подпол провалился, помнишь? Поэтому давай без меня. Сервант. Вообще все вещи оставили. Нормально мы приехали, да, друзья? Присыпка детская. Грудной сбор. Ты в подвал полезешь, нет? О, смотрите, какой стол тоже. Ручечка. Красота. Красота. Так, пойдем в ту комнату. Илюха уже там. Илюха, меня жди. Мародер ты хренов. Уа! Слушай, ну тут бомж жил, мне кажется, нет? Ну или что-то в этом роде. Потолок низкий до ужаса просто. Так. Слушай, ну тут весь пол чем-то завален. Смотрите. Я не знаю, как тут что-то можно найти. Тут в перчатках надо. Мне кажется, тут вот можно подхватить что-то неизлечимое и ужасное. Банки, кровати. Так, ну мы в подобных домах, где прям столько вещей, бываем крайне редко, друзья. Поэтому сейчас нам надо лайк поставить за такую находку. Печечка. А ты не снимаешь, что ли? Я снял, сейчас я сейчас поставил на паузу. А. Потому что так здесь еще что-то снимали. О, градусник ртутненький. Оп. Кто-то тут болел. И он, да, хрусталь выставил. Серван с хрусталем. О, зигзаг макрек. Наверное. Там тоже какая-то игрушка. Шкафу пусто. Пусто. Ну так, интересный домик, нет? Медведь валяется. Такая вот заброха, друзья. Не часто. Попадаются такие крутые места, чтобы прям с вещами. Илюх, мне кажется, прям подвал открыт для тебя. Все для тебя. Ты лезь в подвал. Полезешь? Тихо, вот тут ты точно упадешь. Вот тут ты упадешь железобетонно. Так, заглянем. Чайнички, посудка. Ну, маленький, и он обсыпается. И каменный. Найти там, не знаю, там есть что? Там есть? Не, вообще не вариант, короче. Надо лестницу откуда тащить. Может, в каком-то другом доме заброшенном лестницу найти, не знаю. Так, что тут сейф? Нет. А, сундук, Илюх, маленький сундук. Смотри, теплорез. Тоже прикольный.
Мы тоже поели. Ну и прям хорош, смотри, замочком с каким. Раз, раз. Тут даже сам замочек, мне кажется, интересен. Но сундук, если бы на машине, можно было бы увезти. Ну, как-то так, друзья. Осталось только на подоконнике посмотреть. И, в принципе, можно... О, сколько посуды, глянь. Друзья, кому тарелки нужны, пишите. Кстати, я бы тарелки, на самом деле, просмотрел. Все на предмет того, вдруг есть царячие. Так, на подоконнике ничего. Ох, мародеры. Слушайте, мы не мародеры, друзья. Мы, во-первых, ради контента это все делаем. Вот, смотри. Вот где надо в сельских домах искать клады. Знаешь, бабушки пихали. Всякие квитанции. Зюганова. Письма. Тут могут быть, в принципе, денежки спокойно. Гимн Российской Федерации. Какой год? 2006-2007.